Одинцовские единороссы посетили город-герой Тулу в рамках партийного проекта «Историческая память» и военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Эстафета памяти проводится ежегодно при поддержке главы округа, секретаря местного отделения партии Андрея Иванова. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев, целью мероприятия является сохранение героической истории Отечества, воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны.